На Филиппинах в результате борьбы с наркоторговлей резко возросло количество заключенных. Только за последние 3 месяца полицейские арестовали около 20 тысяч человек. Еще свыше 2 тысяч погибли во время рейдов. Так, одна из тюрем, расположенная в городе Кисон, недалеко от столицы, Маниллы, рассчитана всего на 800 человек. Однако сейчас там отбывают наказание порядка 3500. Людям приходится спать во дворе и на лестницах. Тем не менее, многие заключенные считают, что лучше жить в плохих тюремных условиях, чем погибнуть во время очередного полицейского рейда. Отмечу, исправительные учреждения страны были заполнены еще до того, как президент Родриго Дутерте начал кампанию по борьбе с наркоторговлей. Здесь гораздо безопаснее, чем снаружи, потому что всех, кто торгует наркотиками, убивают. Так что лучше оставаться здесь.